Подмосковье продолжается голосование на портале «Добродел» по выбору мест установки детских игровых площадок в 2022 году по программе губернатора. Жители Подмосковья хотят иметь в своем дворе новую, безопасную и современную детскую площадку. Каждый год мы устанавливаем большие игровые комплексы. Мы видим активность и интерес жителей к голосованию и в связи с этим приняли решение продлить его до 9 сентября включительно, сообщил министр благоустройства области Михаил Хайкин. В Одинцовском округе на голосование вынесено 135 мест предполагаемого размещения детских игровых площадок.